берешь сметанный замес, влагу, белильца, голубильца. И вещества краски положить столько в небочке, можно будет чуть светлее, внизу чуть темнее. Вещества краски столько, чтобы когда маститин захочет придавить краску, а он захочет ее придавить, чтобы осязать ее количество, будет что давить. Тогда есть что придавить. Это уже некий плодородный слой. Ладно? В разных направлениях штрихуя. Потом возьмешь сиреневатые горы. Сами горы у нас где-то здесь, да? Угу. Но ты начнешь их делать вот здесь, ощупывая идею укладки. Угу. Если ты в домашней обстановке работаешь, тоже. Если у тебя есть место, где ты можешь потренировать руку, сначала потренировать. Мастихин гнется, позволяя с кончика сбрасывать вот такие звуки. Мастихин режет краску, укладывает. И все эти звучики очень приличны горам. Снег ляжет сверху на вот эту. Угу. То есть сначала ты делаешь красивую укладку гор, а потом уложим в эту укладку откровенно белый снег. Угу. Хорошо? Щупай. Ну, может, немножко пережелтило, но в принципе хорошо. Может, немножко не хватает цельности белому. Ну. Да, пережелтило, конечно, очевидно. Желтый с синим, он же сразу зеленым становится. Ну. А розовый в данном случае более... Смотри. То есть желтоты чуть-чуть, да. Ну, только чуть-чуть. Мало того, есть места, где только скользящий свет. Скользящий. Мутноватый. Mm-hmm. То есть есть места, где солнце ударило в лоб по этому месту. А есть вот где в лоб. Вот в лоб. А есть где скользящий свет, который тоже белый, но недобелый. И вместе они будут создавать красивое содержание. А-ля походила дрозофила, ну вот эта вот идея мазочка, когда муха попала и выкарабкиваясь, не надо их создавать, более цельные. Если что, хочешь уменьшить, можно так уменьшить. Но просто создавать вот эту цепочку маканий не создавай. Так. Дальше давай уже двигаться в том числе. Значит, у нас несколько с коричневинкой, с рыжинкой. Вот эта местность. С розовинкой, с коричневинкой, с рыжинкой. Вот что-то там такое. Очень приблизительно набрасываю сейчас просто идею холмистости. Угу. То есть не рисую там отдельно камень какой-то. Угу. Вот идею холмистости. Идею береговой выстроил, да? Угу. Такую линейную. Коричневый, голубой будет очень чернявый цвет. Сначала просто наброского можно швырнуть приблизительно эти пятна. Значит, коричневый, голубой. А потом начать доразработку. В том числе можно и кистью.
То же самое подкинешь сюда. Да. Угу. Уже потом кистью. Деликатненько. Можно прямо лежачей кистью. Вот эти вот вещи. Вот эти вот. Вот эти. Ты видишь, прям по этой шершавости прекрасно ложится. Объединяясь, соединяясь. И это как подкладка идеально села. Тот же коричневый синий в пользу синего. И немножечко вертикального характера, приличного для отражения в воде стоячей. Края сделаешь вот таким образом. Появится какая-то такая благополучная, мутная, отражательная история. Малейший звук на этой вертикали горизонтального характера, и ты получаешь идею воды. Именно так себя ведет вода. Правда? Колебания на воде либо так, либо ребром можно создать резьбу. Накидаешь здесь цветовых настроений, которые там. Вот, он их там не прорисовывает, он создает просто идею цветовых настроений. А потом возьмешь пальцем и превратишь вот в это. Не пальцем, а целой рукой. Угу. Оно? Оно. И делов. Давай. Вот этих полос. И не должно быть вот таких траекторий. Раздавить и упразднить перебор. Часть вот такую можешь оставить. Пусть кое-где будут такие кропопушечки звука. Не внятный звук, а вот такая остаток звука. Вот такой. Это будет очень-очень технично. То есть опытные художники будут смотреться, слушай, а как она это сделала? И это надо, чтобы они всматривались и удивлялись. То есть на наших картинах должны быть места, которые будут удивлять не только зрителей, но и художников. Это поступки, это жесты и всякие необычности, которые складываются. Несколько смуглее. Там красивая эта темнота. Можно, правда, плюс желтенький чуть-чуть. Ты видишь, я в обратную сторону пошел, чтобы она не выдвигалась слишком низко. Нашвыряла. Взяла цвет береговой, отделила. Взяла второй какой-нибудь цвет береговой, усложнила. Создала идею, каких-то более сложных деталей берега. Каменюкочки, там еще что-то, да? Ломанный характер камней. Ни к чему там было, правда? Так. Более цельный, более мощный центр, может быть, тоже сделать, как и там. Неплохо, очень неплохо понакидала эти растения. Единственное, что может быть чуть тоньше острия. Хорошо. Склоник помощнее. Хорошо? Вот такое будет. Здесь какие-то каменюкочки такого же характера. Ты видишь, я вообще нахальство полнейшее.
Ну ничего, смотрится. Иногда можно аж вот такую мутность. Смотри, как отделяется внятно то, что над водой, от того, что под водой. Ну, в отражении. Потому что здесь совсем мутно, а там с какой-то историйкой. Так, на переднем плане цветочки. Ну, с отражением более-менее понятно, да? Здесь доиграешь чуть-чуть, и темности слишком непрозрачные. Вот там красивенько много, да, здесь немножко прозрачно добавишь. Так, у нас еще облака красивые, сейчас я тебе покажу, как это схитрить. Значит, взяла, они чуть-чуть с желтиночкой, ты видишь? То есть, как бы с оранжевиночкой. Замешала однородный цвет на палитре, абсолютно однородный. Они даже несколько смуглее, чем сам снег, да? Ну, хотя они тоже могли бы быть белыми по природе своей. Положила дракончика, раздавила. Положила дракончика. Раздавила. Смотри, как оно вписывается в среду, правда? Как живое. Ну прямо стало совершенно едино. Где-то вырезала сами облака. То есть укладывая красочку, вырезала. И тоже подраздавила. Свет из-под, да, горы. Красиво. Дракончичек. Потом вытираю в тряпочку и раздавливаю. И наблюдаю, что складывается. Если что-то сложилось, все, сбежал. Чуть светлее вот эти части, обращенные к свету, да? Вот здесь чуть смуглее, здесь чуть светлее. Дракончик. Значит, прям по моим дракончикам попробуешь поставить свои, пощупывая, как оно. Можно одно облако загнать туда. Заслонило гору. А ну? Давайте. А здесь? А. Ничего не надо? Ага. Отсюда. Голубой коричневый. Выдавишь тоже коричневый. Нашвыряешь темнятину. Потом голубой желтый. Нашвыряешь чуть светлее. Но сильно далеко не ходи. Потом берешь цветнятинки и нашвыриваешь цветнятинки. Если почувствуешь, что не складывается, не порть весь участок. Хорошо. То есть где-то там и остановись. Ну же ответственное место. Прозрачное. Ее надо уплотнить. Сейчас. Уплотнить, чтобы этих дыр здесь почем зря не было. Ни к чему им там быть. Я просто даже их забил, уже стало лучше, правда? Какой-нибудь цветочек нет-нет, да объявился вот в этом пространстве. Вот здесь, на переднем планчике. Ну, чтобы это было не только там, а чтобы чуть побогаче, посмышленнее. Несколько шахматный порядок есть, да? Чувствуешь его шахматный дух? Да. То есть где-то собрать в целое множество,
а где-то уже разброс. Хорошо? Ну и тоже немножечко подзабить. В том числе, может быть, и светлотиками. Ты видишь, он сделал так. Он взял и подвинулся. Вот сейчас мы возьмем отсюда немножечко зелененько. Он сюда выдвинулся. Так они одинаковые брикетики. А так уже есть не одинаковость, травинчатость. Несколько травочек можно вытащить и здесь. А здесь ничего не было. Не. Ага. Они перебиваются. Ну, хотя можно взять светлотик и создать рябушку на воде вот такого характера. Посмотри. Вот всколыбалась вода, да? А можно еще хитрулю такую сделать. Вот там снег, допустим, где-то лежит. Сейчас. Понятно, что отражение. Ну вот, допустим. Вот так. Зигзагинку этих отражений. Чуть-чуть. Так ведет себя только вода. Ну и, соответственно, сразу видно. А, вода. Оно? Ну вот, собрали здесь вот содержание дали. Так, слишком кривая веревочка. Там все-таки ровное, некое. Мало того, лучше дать некоторый зигзаг. Смотри, я выдвинул чуть-чуть эту часть. И получилась некая ступенечка. Это перешла в ту. Это чуть-чуть перешла в эту. То есть уползающая змейка, чтобы не было уже откровенной равноты. Это уже как бы собирает с боков. Ну и веревочку плести, конечно, у самого берега не стоит. Лучше к берегу подойти вот так. Согласна? Вот прям подойти к берегу. Но не тютютить, а вот как-то взять и поставить, чтобы это был жест, чтобы это был поступок, чтобы это не было крутило. Понимаешь? Да. Чуть-чуть вертикальный характер. Намекочки, может быть, небольшие на стволечки переднего плана. Можешь тепленькими их накрыть, рыжеватыми. Ну, пару стволиков не помешает. И все, и молодец.